брожу ли я вдоль улиц шумных, вхожу ль во многолюдный храм, сижу ль меж юношей безумных, я предаюсь моим мечтам. Я говорю, промчатся годы, и сколько здесь не видно нас, мы все сойдем под вечны своды, и чей-нибудь уж близок час. Лежу ль на дуб уединенный, я мыслю, патриарх лесов переживет мой век забвенный, как пережил он век отцов. Младенца ль милого ласкаю, уже я думаю, прости. Тебе я место уступаю, мне время тлеть, тебе цвести. День каждый, каждую годину привык я думой провождать, грядущей смерти годовщину меж их стараясь угадать. И где мне смерть пошлет судьбина, в бою ли, в странстве, в волнах, или соседняя долина мой примет охладелый прах, и хоть бесчувственному телу равно повсюду истлевать, но ближе к милому пределу мне все б хотелось почивать. И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть, и равнодушная природа красою вечную сиять. Электричество в колхозе, который назван в честь великого русского поэта Пушкина, нет уже 10 лет. Дети здесь не знают, что такое мультики, карусели, а взрослые придумывают механические стиральные машины и утюги, чтобы облегчить свой быт. Зато в колхозе имени Пушкина есть телефон. Это чудо техники поставили по приказу самого президента России, и работает он от солнечных батарей. Недостаток односторонняя связь. Мы можем звонить, а нам вот когда звонят, вот представьте, я там у поросят уделываюсь, слышу, зазвенел. Пока бегу, а он звонит где-то 6 штук, 6 этих сигналов. Пока бежу, все уж, последнего только прибежал. Уя, чего надо, я знаю. Несмотря ни на что, жители колхоза на тяжелую жизнь не жалуются. Они любят, рожают детей и верит хоть в какое-нибудь, но светлое будущее. Может быть, та машина времени, которая отбросила их в середину прошлого века, заработает в обратную сторону и вернет их в нашу современность.